Hey, it's really great to be with you again. Очень здорово вернуться к вам. And I don't know how the worship team does this, but they always manage to include one song, which is one of my favorites. Я не знаю, как умудряется группа прославления это делать, но каждый раз они включают в свой репертуар одну из моих самых любимых песен. This time it was the song by Matt Redman, 10,000 Reasons. Сегодня вы спели одну песню, которая называется Мэтта «10 тысяч причин», она с английского так переводится. And that's a song that's always touched my heart because it's too few. 10,000 is not enough. Эта песня всегда касается моего сердца, потому что даже вот этот перевод фразы «10 тысяч причин» — это все равно так мало, потому что недостаточно высказать, насколько мы благодарны Богу. There are so many reasons we have to worship and to praise. Есть так много причин, почему мы можем поклоняться и прославлять Его. But we're forgetful. Но мы забывчивые с вами. Yeah, we forget what God has done. Мы часто забываем, что Бог сделал в наших жизнях. And Sukkot is one of the times which is for remembrance. И Суккот — это один из тех праздников, один из того времени, когда мы можем вспоминать о благодеяниях. Now I struggled a little bit with a message for Sukkot. И я вот боролся, решал, что я буду говорить по поводу сегодняшней проповеди. Now I'm sure you've heard many messages. И я уверен, вы слышали много посланий. And you probably know more than I do. И скорее всего, знаете, может быть, даже больше, чем я знаю в этом вопросе. But I want to share something with you today. Но я хочу кое-чем поделиться с вами сегодня. And even if you've heard it all before. И даже если вы всё подобное слышали до этого. It doesn't matter. Неважно. It's a reminder. Это напоминание. So that we remember the wonderful things that God has done. Чтобы мы могли помнить те замечательные вещи, которые Господь сотворил для нас. I'm going to begin by telling you a story. И я начну с одной истории. Now stories, in essence, are usually have very descriptive language. И истории обычно они имеют такой детальный описывающий язык. They're trying to paint you a picture. С помощью которого пытается нам нарисоваться картина. Now this makes it very difficult for a translator. И это приносит определенные сложности переводчикам обычно. So you need to pray for Hannah. Так что молитесь, чтобы у меня получилось все перевести. But when we try and paint a picture, we use very descriptive words. Когда мы пытаемся кому-то рассказать какую-то историю, мы пытаемся использовать разнообразие языка. Okay. So, let's begin. Итак, давайте начнем с истории. First thing is, are you sitting comfortably? Во-первых, вы сидите все удобно? Yeah, you need to be comfortable. Вам должно быть комфортно. Расслабьтесь. Yeah, if you need to wiggle a little bit, just do it now. Если вам надо подвигаться, то сделайте это сейчас. Get yourself in a good situation. Усадите себя в комфортное положение. The Feast of Tabernacles had ended. Праздник кущей закончился. The crowds had disappeared. Толпа потихоньку растворяется, расходится. And the many who had traveled to Jerusalem. И те многие, которые прибыли в Иерусалим, were making their way home. Теперь собираются домой. The sukkahs were being cleared away. Кущи разбираются. With the well shaken luvah. И хорошо потрясенный лував. Okay, if you shake it a lot. Если вы его достаточно хорошо потрясете на праздник. It begins to look a little bent and maybe broken. Он будет выглядеть немножечко сломленным и потрепанным. But it was because of all the joy that was being expressed. Но даже он так выглядит по причине всей той радости, которая выражалась в течение этого праздника. Jerusalem was returning to its normal busy life, daily life.
И Иерусалим потихонечку возвращается к своей ежедневной, рутинной, занятой жизни. But people were still talking about what had happened during the feast. Но люди продолжали еще говорить о том, что происходило в течение этого праздника. And they were talking about the light which was shining in the temple. И они говорили о том невероятном свете, который сиял из храма. And as they were walking past the temple, и когда проходили мимо храма, they were talking about this. Они говорили о всех этих событиях. And there was a man sitting by the entrance of the temple. И недалеко от входа в храм сидел человек. And he was trying to understand all of these conversations. И он пытался вникнуть и понять все эти диалоги. He had never seen the giant candles. Candelabra, which was shining into the night. Он никогда не видел этих огромных подсвечников, которые светили ночью в храме. He had felt its warmth. Он мог ощущать их тепло. He'd heard the sound of the fire burning. Он даже слышал потрескивание, звук огня. Because he couldn't see it, because he was blind. Но он не мог этого всего видеть, потому что был рожден слепым. He had been born blind. Он был от рождения слеп. He'd never seen that fire. И он никогда не видел этого огня. He was blind when the festival began. Он был слеп, когда праздник только начинался. And now it was over. И праздник закончился. And he was still blind. А он все еще слеп. And he thought to himself. И он задумался сам о себе. This is going to be the way it will be until the end of my life. Наверное, так будет все дни моей жизни здесь на земле. I will sit here. Я буду сидеть здесь. Begging for a few coins. Выпрашивая милостыню. Forever. И так будет вечно. Someone threw a coin into his hand. Кто-то бросил ему монеты в руку. And he tried to see, and he said, "The Lord bless you." И он пытался повернуться вслед за человеком, который бросил, и говорил: «Господь благословит тебя». Later that day, и позже, в тот же день, he heard another group of people approaching. Он услышал приближающуюся другую группу людей. And this group stopped in front of him. И недалеко от него эта группа людей остановилась. And the blind man heard one of them ask a question. И слепой услышал, как один задал вопрос. Rabbi, Ребе, who sinned, this man or his parents? Кто согрешил, этот человек или его родители? That he was born blind. Что он родился слепым. And the beggar steeled himself. И нищий, который просил милостыню, он внутренне сконцентрировался. He was afraid of the answer. Ожидая плохого ответа. He didn't think he could bear it anymore if the rabbi said something about his parents. И он сидел и понимал, что он не выдержит, если этот раввин скажет, что вина в родителях. People had said many bad things. Потому что до этого люди говорили очень много вещей. But he loved his parents. Но он любил своих They'd родителей. Always been good to him. Они всегда были добры к нему. Even if they were disappointed that their child was broken. Даже несмотря на то, что они были разочарованы, что их ребенок был рожден неполноценным. As these thoughts were going through his mind, и вот эти все мысли, они роились в его голове. He heard the rabbi say. И сквозь них он услышал, как Рави ответил. It wasn't this man who sinned, nor his parents. Не этот человек не согрешил, ни его родители. But it was so that the works of God might be displayed in him. Но это было сделано для того, чтобы слава Божья могла явиться через него. The beggar was astonished. И нищий, он просто застыл и удивился. But then he had another thought. Потом он подумал еще одну мысль. But he was afraid to speak. Но он боялся ее даже произнести. Could this be the man called Yeshua? Может ли этот раввин быть тот, которого называют Иешуа? He had heard things. Он слышал о нем Rumors. Вещи. Слухи.
For weeks, неделями, people had been talking. Неделями люди вокруг него говорили об этом раввине. And people spoke very freely in front of him. И люди достаточно свободно высказывали свое мнение возле него. They thought he's blind, so there's probably something wrong with his hearing as well. Почему-то они думали, что если он слепой, значит и со слухом у него что-то не так. He won't understand what's going on. Значит, он не понимает точно, о чем мы говорим. So he heard a lot. И он слышал очень много, достаточно много. And he listened carefully. И он слушал все внимательно. Some people had called Yeshua a lunatic or a liar. И некоторые люди, которые говорили вокруг него, говорили, что Иешуа сумасшедший и лжец. But many also said that he was the prophet who was to come. Но многие также утверждали, что он пророк, которого должен был прийти. That he was the Messiah. Некоторые говорили, что он мессия, что он помазанный. The teacher continued, as if to answer the blind man's unspoken question. И Рави, учитель, он ответил, дал ответ на вот этот невысказанный вопрос нищего. Who are you? Кто ты? And softly, the rabbi said, while I am in the world, I am the light of the world. И учитель ответил, пока я в этом мире, я свет этому миру. When he heard this, когда слепой услышал это, the blind man heard also the sound of someone spitting on the ground. Слепой также вместе с этим ответом услышал звук плевка на землю. And then, и затем, there were hands. Почувствовал руки. Very firm hands. Крепкие руки. But they were gently rubbing onto something onto his eyes. Но они что-то очень нежно наносили на его глаза. It felt like clay. И ощущение было, что наносится глина. It smelled like clay. Она даже пахла глиной. Under ordinary circumstances, the beggar would have pulled away. В обычных обстоятельствах слепец бы отшарахнулся бы назад, отошел бы. But he sat there. Но он продолжал сидеть. Unmoving. Без движений. Until the man spoke again. Пока учитель не проговорил снова. Go. Иди. Wash off in the pool of Shiloh. И умойся в купальне Силаам. And the beggar silently got up to his feet. И в тот же момент слепой поднялся and began to walk carefully и пытался пробираться, спотыкаясь по направлению к купальне. It was close to the temple. Она была недалеко от храма. And when he reached it, когда он достиг этой купальни, he knelt down, он склонил колени, took a deep breath, глубоко вздохнул, took some water, захватил немного воды и начал умывать свои глаза. Mud, и пока он смывал всю грязь и глину, это было ощущение, что он смывал темноту. И первое, что он увидел, был свет, который пробивался через его слезы. John, Иоанн, one of the first century Hebrew disciples for Yeshua. Один из первых учеников Иешуа, живших в первых веках, recorded this miracle of Sukkot. Записал это чудо Суккота. Yeshua's healing of the blind man shocked the people of that day. Исцеление слепого когда Иешуа исцелил слепого, оно шокировало это исцеление людей, которые были. Not only because that act in itself was so amazing. Не только потому, что само действие, само исцеление было настолько удивительным. But also because of when it happened, the timing. Но также оно шокировало из-за того, когда это произошло, из-за времени. This was especially significant. Это было очень особенное и отмеченное время. And it is no coincidence that Yeshua performed this miracle immediately after Sukkot.
И нет никакой случайности в том, что Иешуа совершил это чудо сразу после праздника Суккот. For he used both the healing and the holiday. Иешуа использовал обе части, и исцеление, и сам праздник, to make some very amazing statements about himself. Чтобы заявить что-то очень удивительное о себе самом. Thousands of years later. Тысячи лет спустя. People are still trying to understand the meaning behind this miracle. Люди все еще спорят по поводу мнения за этим чудом состоявшимся. If we take a close look at Sukkot. И если мы рассмотрим поближе праздник Суккот. It's history. Это целая история. How it was celebrated in the day in Yeshua's day. То, как это праздновалось во времена самого Иешуа. And the meaning of light in the Hebrew scriptures. И значение света и сияния в самих еврейских писаниях. It will help us to discover what Yeshua meant. Тогда это поможет нам осознать, что Иешуа имел в виду. When he said, he was the light of the world. Когда он сказал: "Я свет миру". Maybe we already have some understanding of what that means. Может быть, мы и имеем отчасти понимание, что это означало. But as I've learned over the years, there's always something deeper still. Но то, что я выучил за многие годы, что всегда есть что-то глубже. Something more. Всегда есть что-то больше. That Yeshua and the Father want to reveal to us. Что Иешуа и Отец хотят явить нам. Суккот was celebrating God's presence and provision. Празднеством Божьего света и Божьего обеспечения. These are the two important aspects of Sukkot. И это два таких важных аспекта праздника Суккот. The presence of God, His being with the people. Присутствие Божье выраженное, Его пребывание с Его людьми. And the provision that he makes. И обеспечение, которое он дает. Since the time of Adam and Eve being thrown out of the garden of Eden. С того времени, как Адама и Еву попросили из Эдемского сада. Because of the choice they made. Из-за того выбора, который они сделали. They were put out from God's immediate and intimate presence. Они были также удалены не только из сада, но из постоянного пребывания в Божьем присутствии и близкого пребывания в присутствии. Since that time, people have been trying one way or another to get back into his presence. И с того времени люди тем или иным образом пытались попытаться вернуться в его присутствие. And to feel once again that intimacy with the Father. И еще раз, хоть раз испытать эту близость с Отцом. Because when he created us, потому что когда он сотворил нас, he put that in our DNA. Он поместил это в наше ДНК. The wanting to be in his presence. Вот это желание, эту жажду по его присутствию. That's looking for intimacy. Вот это поиск близости с ним. And because we can no longer be in the garden. И из-за того, что мы больше не можем быть в саду. We're often looking for it in many different places. Мы пытаемся найти это в разных других местах. But the only real place. Which is going to satisfy. Единственное место, которое может удовлетворить нас в Божьем присутствии. Is when we are in his presence. Это когда мы находимся непосредственно в его присутствии. When we feel that intimacy. Когда мы ощущаем или переживаем эту близость. God called Abraham. Бог призвал Авраама. And promised to make his descendants into a great nation. И пообещал, что все его наследники будут великой нацией. A nation through whom all the other nations would be blessed. Нация, через которую все остальные народы будут благословлены. The patriarchs of our faith. И патриархи нашей веры. Lived as nomads. Они жили в nomads, как кочевники. Okay, they were living in tents, moving from one place to another. Они жили в палатках и перемещались из одного места в другое. Temporary
places. Временные жилища у них были. Sukkot. Или шалаши. A temporary dwelling place. Временное место обитания. But they were all looking ahead to a time when God would provide a land for them. Но когда они жили так, они все смотрели в будущее, все смотрели вперед, ожидая того времени, когда Бог даст им обетованную землю and restore to them paradise. И восстановит своего рода рай для них. The garden. Восстановит вот тот сад. The place of ultimate intimacy. Место вот тех близких взаимоотношений с Ним. Just as he had promised. Так, как Он обещал. Their successors, when they exodus from the slavery of Egypt. И их наследие, когда они покинули рабство египетское. Lived in Sukkot. Жили также в шалашах. During the 40 years of wandering in the wilderness. В течение 40 лет блуждания по пустыне. They were moving from place to place. И они двигались из места в место. No permanent. Ничего постоянного у них не было. Не было ни одного постоянного места, где они могли бы остаться. We're all looking, I think, for that end when we will be with him for always. Я думаю, что мы тоже где-то внутри себя ждем, ожидаем вот этого времени, когда мы уже будем постоянно с Ним. Those tents or sukkot, in which they lived, и вот эти шалаши, в которых они жили, were fragile. Они были хрупкие. They could easily be blown away by the wind or destroyed in some way. Их могло очень легко снести сильным ветром, и они могли быть разрушены чем угодно. But all of that time, но все это время, God provided constant reminders of His watchfulness. Бог постоянно напоминал о своем присутствии, о том, что Он смотрит за ними. God gives us things to remind us Бог that He is still there. Нам вещи или знаки, которые являются напоминанием нам того, что Он с нами. For them. Для них it was the pillar of cloud by day and the pillar of fire by night. Это было облако облачное днем или столб облачный днем и столб огненный ночью. And it signified the presence. И это было знамение присутствия Божьего. They knew. Они знали. By seeing that pillar of cloud or pillar of fire. Видя этот столб огненный и столб облачный. That God's presence was still there. Что Божье присутствие все еще с ними. God also instructed them to make a holy place for himself in the midst of the people. Бог также повелел им создать святое место, где бы он мог обитать посреди своего народа. The tabernacle. Скинию. That was the place where he would meet with them. Это было место, где он мог встречаться с ними. A place where they could be reconciled with him through sacrifice. Это место, где они могли восстановить свои отношения с ним посредством жертв. Yes, they wandered for 40 years. И да, они блуждали вот так и совершали это 40 лет. But they did not wander alone. Но они блуждали не одни. The same is true today. И то же самое является правдой для нас сегодня. In a sense, this world for us is a wilderness. It doesn't contain what we need spiritually. Мы можем смотреть, рассматривать весь неверующий мир, окружающий нас, как эту пустыню, по которой мы блуждаем, и которая не содержит ничего доброго или полезного для нас. You cannot find для духовной жизни. In the material things of this world. Вы не можете найти в материальных вещах этого мира. That peace. Тот покой, that knowledge of his presence, то понимание и знание его присутствия, that fulfilling of the desire which is somehow in our hearts, то исполнение желаний, которое помещено в наши сердца, that longing, ту жажду to be in his presence, пребывать в его присутствии. You will not find it. Мы не найдем этого в мире. You will not find things that will fulfill you
in the way that God wants to fulfill. Вы не найдете в мире то, что восполнит вас так, как Бог хочет вас восполнить. If you look there, если вы ищете там, смотрите туда, you will always be disappointed. Вы всегда будете разочарованы. Because it cannot supply what you need. Потому что мир не может обеспечить вам вас тем, в чем есть у вас нужда. It's a wilderness. Это пустыня. You are wandering in a wilderness. И вы, живя, проживаете жизнь пустыни, вы блуждаете в ней. Maybe you hadn't realized it up until now. Может быть, вы до сегодняшнего дня этого не осознавали. But it's true. Но это правда. And you need to recognize that. И вы должны осознать это. Because as long as you're seeking it in the world. Потому что пока вы будете продолжать искать восполнение всего в этом мире, you will always come up disappointed. Вы всегда будете разочаровываться. But even in this wilderness, even in this wilderness of this world, в этой пустыне, в пустыне этого мира, в котором мы с вами живем, God is still there. Бог все еще с нами. He's here. Он здесь. His presence is here. Его присутствие здесь. We can come into his throne room. И мы можем приходить в его тронную комнату. Through what Yeshua did on the cross. Благодаря тому, что Иешуа сделал на кресте, we can enter in to that holy place. Мы можем с вами входить в это святое место. And we don't need to bring sacrifices. И нам нет нужды приносить жертвы. He made that sacrifice. Он принес эту жертву. This is also part of the message. What message? The message that we need to receive. Это также является частью послания, которое мы должны вместить и осознать. God instituted Sukkot. Бог утвердил или установил праздник Суккот. So that we would be reminded of His presence. Чтобы нам напоминать о Его присутствии. Because it's all about living in His presence. Потому что это все о проживании жизни в Его присутствии. It would also remind us to rejoice in the provision that He has made for us. Также этот праздник — напоминание того, что мы должны с вами радоваться о том, что Он наш обеспечитель. You are still breathing, yes? Вы все еще дышите, правда? Is there anyone here who is not breathing? Кто-то здесь есть, кто не дышит? Because then we need to call an ambulance. Потому что если вы не дышите, нам надо в скорую звонить. You're all still breathing. Вы все дышите. Why? Почему? You know, why are you still breathing? Because of His yeah, grace. Because of His grace. Да, по Его благодати и милости. Because God has given you that ability. Потому что Бог дал вам эту способность. That's just one. Just one thing. И это всего лишь одна вещь. You only breathe because God allows you to breathe. Вы дышите только потому, что Бог вам позволил дышать. Mm-hmm. Shocking, isn't it? Правда шокирующе? You only breathe because God allows you to breathe. Вы дышите только потому, что Он позволил вам дышать. If He decides, если Он решит, okay, по-другому, you have to stop breathing now. Вы прекращаете дышать. Sorry. Простите, но вы прекратите. It's ended. И тогда все закончится. This is our Father. It's our. This is our Father. Это наш папа. He loves us. Он любит нас. And so He gives us the ability to breathe. И Он дал нам с вами эту способность дышать. There are so many other things. И есть так много других вещей. You're wearing clothes. Вы все, в принципе, одеты. Who didn't have breakfast this morning? Кто сегодня не завтракал? Но мы не считаем постящихся. Are you fasting? Вы поститесь? Кто поднял руку? No. Okay. They sleep too long. They slept too long. Okay. I didn't eat this morning because I like to prepare. Я не завтракал сегодня, потому что я люблю подготавливать свое тело таким образом к служению. Okay, I like to be смиряя. Alive. Я хочу ощущать, что я живой.
God has provided so much for us. Бог является нашим обеспечителем всего. Он так много дал нам. Let's read some scripture. Давайте прочтем Писание. Leviticus chapter 23. Левита, 23 глава. Okay. And we read first of all in verse 34. И сначала мы прочтем 34 стих. Tell the people of Israel, on the 15th day of the 7th month is the feast of Sukkot, for 7 days for Adonai. Скажи сынам Израилевым, с 15-го дня того же 7-го месяца праздник Кущей, 7 дней Господу. God gave a specific time. Бог дал четкое время. He's put many things in cycles in our life. И многие вещи Он помещает циклично в нашей жизни. And we will keep coming back to them. И мы по кругу будем возвращаться к ним. Shabbat is also one of the cycles. Шаббат тоже один из цикличных праздников. Every week it comes back. Каждую неделю он возвращается. And it's a reminder. И это напоминание. The feasts, all of them are reminders. Праздники, они все напоминают нам. So every year we get all of these reminders. Чтобы каждый год мы обновляли в себе напоминания. It's God's agenda. Это Божий календарь, Божье расписание. Okay. And that's why it's important. И поэтому это крайне важно. God knows that we so easily forget stuff. Бог знает, что мы очень легко можем забывать какие-то вещи. Especially when we're getting a bit older. Особенно когда мы немножко взрослеем. I'm having terrible trouble remembering names. Я вот сейчас борюсь с проблемой, что я забываю имена уже. So please forgive me if I don't remember your name. Поэтому простите, если я не помню ваших имен. I remember your face. Но я помню ваши лица. That's important. Это важно. God gives us, helps us to remember. Бог таким образом своими календарями помогает нам помнить. And who are we supposed to rejoice in during this time? И в течение этого времени о чем мы должны ликовать, о чем мы радоваться должны? Перед кем мы ликовать должны? No, immediate answers. In God, yes. Перед Богом. We are supposed to rejoice in Him. Мы должны в Нем ликовать и радоваться. Leviticus chapter 23, verses 39 and 40. Та же 23 глава Левитам, но читаем 39 и 40 стихи. А в 15-й день 7-го месяца, когда вы собираете произведения земли, празднуйте праздник Господень 7 дней. В первый день покой и в 8-й день покой. В первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верпричных, и веселитесь пред Господом Богом вашим 7 дней. That's why we in the sukkah we tend to hang all sorts of fruits and food. This is not going to Из-за камера поможет, мы двигаемся, да? Yeah. Из-за этих стихов Писания мы имеем в суке фрукты, разные ветви деревьев. Okay, it's a reminder. И это тоже напоминание для нас of God's provision. О Божьем обеспечении. So many different fruits. Так много разных фруктов. So many different tastes. Так много разных вкусов. So many different colors. Так много разных цветов. God could have made them all green or blue. Бог мог же все их создать зелененькими или голубенькими. All the same taste. И сделать их всех одинаковыми на вкус. Would have got a bit boring. А что если бы Богу было скучно? The children of Israel. И он вот все сделал бы одинаковым. The children of Israel complained about the manna. Помните, народ израильский начал жаловаться и роптать на манну в пустыне. It's always the same. Она всегда одинаковая. Every day the same. Каждый день одно и то же. Can't we have a little bit different taste? Можем мы хоть что-нибудь другое попробовать на вкус? But they were forgetting. Но они забывали. That that was the provision that God could make for them. Что это сверхъестественное обеспечение, которое Бог делал им? When they complained, we don't have any meat. А они жаловались: "О, у нас мяса нет никакого." He sent them some meat. Он послал им мясо. Until they were sick of that also. Пока им плохо не стало от этого мяса. But God's creativity is
wonderful. Но Божья способность творить, креативность, она удивительная. And we can thank him for that. И мы за это тоже можем его благодарить. Everything that we have. Все, что мы имеем, comes from him. Приходит от него. We need to remember that. И это мы тоже должны помнить. We so often say to ourselves, well, I worked for that. Мы очень часто в своих жизнях говорим, ну я же пахал для этого. Okay. Ну да. But who gave you the strength? Но кто дал тебе силы? The health? Но кто дал тебе здоровье? The possibility? Но кто дал тебе возможности? I can tell you very clearly, God does those things. Я могу вам ясно сказать, что все пришло это от Господа. Just a minute, let me see this here. Okay, in Leviticus 23, 42 and 43, we read the following. И мы читаем дальше в 42 и 43 стихах. «В кущах живите 7 дней. Всякий туземец, израильтянин, должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я, Господь, Бог ваш». Okay, God did it. Бог сделал это. Okay, and he gives instructions. И Бог дал инструкции. So that we will remember generation after generation. И чтобы он дал это все, чтобы мы помнили поколение за поколением. But Sukkot doesn't just look at the past. Но праздник Суккот, он смотрит не только в прошлое. It also gives us a view or a small view of the future. Но праздник Суккот дает такой маленький отблеск будущего. When God's promises to Abraham will be fulfilled. Когда Божье обетование Аврааму будет исполнено. And all the nations of the earth will be blessed. Когда все народы земли будут благословлены. Through the nation that he first chose. Через нацию, которую он выбрал во-первых. In Zechariah chapter 14 verse 16. И в Захарии мы читаем 14 главе, 16 стихе. And it comes after a war. Okay, if you read Zechariah 14 verses 14-15. Если вы Захарию предыдущие стихи прочитаете, вы увидите, что здесь говорится о послевоенном времени, когда все народы восстанут против Израиля. И потом мы доходим до 16 стиха. Finally, everyone remaining from the nations that came up to attack Jerusalem will go up every year to worship the king Adonai Tzavot. And to keep the festival of Sukkot. И здесь говорится, затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю, Господу Саваофу, и для празднования праздника Кущей. I'm not sure if I'm completely correct. Я, может быть, не совсем уверен, на 100% я прав. But I think that Sukkot is the only festival which will remain. Что Суккот, по-моему, единственный праздник, который останется в тысячелетнем царстве. It's the only one that's mentioned. Это единственный праздник, который описан. Could be the only festival that will remain in eternity. Может быть, это останется единственным праздником, который мы будем с вами праздновать в вечности. But it will be celebrated even greater than we celebrate it today. Но он будет праздноваться даже величественнее и мощнее, чем мы празднуем его сегодня. Scripture tells us that the joy we experience now in Sukkot is just a taste of a greater joy which is to come. И Писание говорит о том, что ту радость, которую мы испытываем сейчас, празднуя Суккот здесь сегодня, она всего лишь отблеск той радости, которая нас ожидает в будущем. Sukkot is called also the feast of the ingathering. Суккот также называется праздником объединения, когда все собираются вместе. Because of the harvest, you gather your harvest. Даже по поводу того, что мы урожай собираем, мы собираемся вместе, чтобы собирать урожай.
Но также в этом закрыто очень глубокое духовное значение. Это собрание всех народов. Как мы только что прочитали, из всех народов придут. И будет наказание для тех, кто не придет. Не будет дождя в тех народах. Это еще один из символов Суккота. At Sukkot they would pray for rain, for the winter rain. Во времена Суккота они молятся, чтобы начался сезон дождей, чтобы пошли дожди. So that they could prepare the ground for a new harvest. Чтобы земля через дожди была подготовлена для нового урожая. For us that can mean that we need to pray for the spiritual rain to come. Для нас это символ того, что мы с вами должны молиться о духовном дожде, чтобы он пришел. Чтобы в грядущие годы мы могли увидеть урожай. Урожай людей, которые придут к познанию Иешуа. И это мой вызов, который я бросаю вам. To begin now to pray for the rain. Начните сегодня молиться о дожде духовном. The rain of blessing. О дожде благословений. To fall on the people of this city. Чтобы он наполнил людей этого города. So that there will be a harvest. Чтобы у вас был урожай. To prepare the ground. Чтобы земля была подготовлена. So that the seed that is given. Чтобы семя, которое посеяно, will bear fruit. Принесло добрый плод. And next year. И следующий год. This place will be too small. На следующий год это место будет чересчур маленькое для вас. And possibly even the new place that you're thinking about. И даже то место, которое новое вас ожидает, даже оно может быть маленьким. Amen. Аминь. Yes. Да. Let's have an expectancy. Вот давайте иметь это предвкушение. In that sense, Sukkot is also an expectation of the greater things that God still can do. И с этой точки зрения Суккот это тоже праздник вот этого предвкушения, ожидания, что Бог может сделать больше. We thank God for what He has done. Мы благодарим Бога за то, что Он уже сделал. We must never forget to be thankful. И никогда не должны забывать быть благодарными. What is the opposite of being thankful? А какое противоположное слово от быть благодарным? Unthankfulness. Неблагодарность. Yeah. And what does unthankfulness bring you? И что приносит нам неблагодарность? No, I didn't get what I wanted, and it wasn't. Я не получил то, что хотел, то, что так мечтал. You get a face like this. И у вас лица вот такие. What does thankfulness bring you? Что благодарность приносит вам? Wonderful. Joy. Замечательно. Thank you, радость. Thank спасибо, you Отец. Спасибо за всю твою благость, за твою Thank милость. You that I'm still breathing. Спасибо Thank за то, что я все еще дышу. Спасибо, что я здоров. Thank you that you healed me. Спасибо за то, что ты исцелил меня. Not only physically, и не только физически, but inside. Но и внутри. The inside healing for me is sometimes more important than the physical. Для меня внутреннее исцеление чаще гораздо важнее, чем внешнее. I think I could live even if I lost a leg. Я думаю, что я в принципе смогу существовать без ноги. Okay, I need some. Да, мне понадобятся костыли или какие-то приспособления. But if my inside is hurt and broken, но если внутренний мой человек сломается, oh, вот там тяжесть. That's so bad. Вот это очень плохо. God works through His Spirit in us. Бог работает через свой дух в нас. Have you still got some patience with me? У вас еще хватает терпения? Слушать. We recognize that there is a future. Мы в этом празднике распознаем, что есть будущее. Living in a time of Yeshua
also recognize the prophetic significance of Sukkot. Знаете, что люди, которые жили во времена Иешуа, также распознавали пророческое значение праздника Суккот. So the ceremonies at that time also had a prophetic implication. Что вся церемония празднования этого праздника, она имела пророческое понимание и значение. One of these was the ritual of illuminating the temple. И одно из пророческих пророческих моментов этого праздника это было освещение осияние храма. I tried to find some pictures so that you could see, but I couldn't find anything that I thought was suitable. Я пытался найти картинку, чтобы вам привести, чтобы вы увидели, как это могло бы выглядеть, но ни одна не оказалась достойной. But I'll try and paint a picture for you. Но я сейчас попытаюсь рассказать вам и этим нарисовать вам картину. So, use your imagination. Итак, используем свое воображение. Another gift. Это тоже дар. We can imagine. Мы можем воображать, мечтать. We can paint pictures in our mind. Мы можем рисовать образы в нашем разуме. Of things that we can see, we cannot see with our eyes. О тех вещах, которые мы не можем физически видеть, но о которых мы можем внутренне видеть. I think if I asked you, you'd all have a picture of heaven somewhere in your mind. И если каждого из вас спросить, то у каждого из вас есть образ небес, который каждый где-то имеет у себя в разуме. Правда? Yeah? No? We imagine things. Мы можем представлять или воображать какие-то вещи. Very often it's only concerned with things on this earth. We imagine ourselves with a big house, a nice car, and просто мы чаще концентрируемся и воображаем что-то земное: хороший дом, хорошую машину, что-то в доме. But let us put aside those things. Но давайте отложим в сторону эти вещи. They're not important. Они не важны. They're nice. Они очень хороши, приятные. And if you can have them, it's okay. И если вы их имеете, это хорошо. But the more important is our relationship with him. Но гораздо важнее наши взаимоотношения с ним. But I digress. I move away. Так, возвращаемся. Over the years, the temple became central to Sukkot. В течение многих лет храм был центром празднования Суккота. King Solomon chose the Feast of Tabernacles as the time to dedicate the first temple. И Соломон использовал время праздника Суккот для того, чтобы посвятить первый храм Господу. And as they celebrated, the Shekinah glory filled that temple. И когда они праздновали Суккот, то Шехина, явное присутствие Божье, наполнило первый храм. God showed his goodness and his mercy by coming once again to live in the middle of his people. Бог еще раз показал благость и милость к своему народу тем, что явно пришел и показал, что он готов обитать посреди них. Just as he had in the wilderness. Так же, как он обитал в пустыне с ними. My prayer is that God's glory would enter into this room also today. Моя молитва, чтобы Божье явное присутствие наполнило этот зал сегодня. That his light and glory would be here. Чтобы его свет и его слава были здесь. That he would be with us. Чтобы он был посреди нас. He would fill us. Чтобы он наполнил нас. He would heal us. Чтобы он исцелил нас. He would give us his mercy and his grace. Чтобы он наполнил нас и дал нам свою милость и благость. God's glory. Божья слава. Come. Приди. Come, glory. Приди. Fill this place. Приди, слава Господа, наполни это место, наполни каждое сердце и разум. Let your presence touch us today. Пусть твое присутствие прикоснется к нам сегодня. Father, we thank you. Отец, мы благодарим тебя. We thank you. Мы благодарим тебя. But years later, the Ark of the Covenant was captured, and the glory of the Lord departed from the temple. Но через время мы знаем историю, что Ковчег Завета был украден, захвачен, и присутствие Божье покинуло храм. The temple still remained the focus of the feast. Храм, существуя, все еще напоминал о фокусе праздника. Through many wonderful ceremonies, many wonderful things. И через много разных красивых обрядов и церемоний он напоминал. One of those was the lighting of the temple. И одна из церемоний — это зажигание огней в храме. According to the Mishnah, и согласно Мишне, there were four
23-meter high candelabra. В храме ставили 4 23-метровых подсвечника, канделябра, which stood in the court of the women. Которые находились в женском приходе, да, в зале, внешнем дворе, где женский двор был. Each of those candelabrum had four branches. Каждый из этих 4 подсвечников имел 4 ветви. And at the top of every branch was a huge bowl. И наверху каждой ветви была огромная чаша. And four young men, и 4 крепких молодых парня, carrying on their backs, несли на своих плечах a jug or a container, огромные контейнеры with 40 liters of oil, по 40 литров масла в каждом. Would climb up those ladders to fill. Они взбирались по лестницам, чтобы наполнять эти чаши and to set them alight. И зажигали их. Just imagine it. Просто представьте. They filled the whole of the temple courtyard with light. Они заполняли этим весь внешний двор и весь двор храма светом. 16 of these bowls. Получается, в сумме было 16 вот этих чаш, on fire, которые горели. The temple was on a hill. И храм, он стоял на холме, на горе. So that light could be seen. И этот свет можно было увидеть с огромного расстояния. Remember, these things were 23 meters high. 23 метра высоты были эти подсвечники. That's high. Это достаточно высоко. Can you imagine those young men crawling up that ladder? Вы себе лестницу представляете, по которой вскарабкивались эти молодые крепкие парни, чтобы масло принести? And filling it with light. И наполнить их маслом и светом. The whole city could see it. Весь город мог видеть этот свет. It lit up the whole temple area. И он просто освещал и осиял всю храмовую территорию. And this light. И этот свет was to remind the people of how God's Shekinah glory had once filled this temple. И это тоже было напоминанием того, как когда-то явное присутствие Божье, Шехина, наполняло это место. But it also looked forward to the time when that glory would return. Но также это был символом и знамением грядущего времени, когда слава Божья снова вернется. This time of returning glory was always associated with the Messiah. И всегда время, всегда время вот этого возвращения Шехины, явного присутствия Божия, ассоциировалось с временем прихода Мессии. It was the festival of joy. Это был праздник ликования и радости. Connected with that hope. Соединенный вот с этой надеждой о приходе. That one day the Messiah would return, and he once again would be the light of the world. Надеждой на то, что однажды Мессия придет, и он будет светом этому миру. All nations would come and worship him. И что все народы придут и поклонятся ему. Prophecy of Zechariah. Согласно этому пророчеству из Захарии. And the promises that God made to Abraham. И согласно тому обетованию, которое Бог заключил с Авраамом, at this time, the people were in great expectation. Что люди будут находиться в таком предвкушении и ожидании. They were waiting. Они ждали for the Messiah to come. Мессию, чтобы They Он were пришел. Waiting for the illumination of the temple. И они ждали этого освещения, осияния храма снова светом. So that they could rejoice in that even greater light. Чтобы они могли возликовать и возрадоваться еще в большем свете. And it's at this point that Yeshua comes on into the picture. И вот в этом месте появляется Иешуа. Before his encounter with the blind man. До того, как он столкнулся с этим слепым нищим. It says Yeshua was teaching in the court of the women. Написано, что Иешуа учил во дворе храма. Soon after the ceremony of lighting those candelabra. И во время церемонии зажигали эти огромные подсвечники. Maybe he was standing right next to one or under one. Может быть, он стоял рядом с одним, а может быть, прямо под одним из них стоял. And it was here that he declared.
И он провозгласил всем, кто был тогда там. I am the light of the world. Я есть свет миру. Whoever follows me will never walk in darkness. Кто последует за мной, никогда не будет ходить во тьме. But will have the light of life. Но будет иметь свет жизни. He was fulfilling these promises, these prophecies. Он исполнил эти обещания и обетования. Light has always been a sign of God's revelation and His presence. Свет всегда был знаком или знамением Божьего откровения и Божьего присутствия. From the burning bush that Moses saw. Помните, из горящего куста, который видел Моисей, там был огонь и свет, и также столб огненный, за которым следовали израильтяне в пустыне, шекина, которая сияла в храме. Присутствие света, оно всегда ассоциируется с присутствием Божьим. Итак, свет всегда ассоциировался God's с Мессией, с Божьим помазанником. И в начале Евангелия Иоанна and the word was in the world. Sorry, I need to get it correct. В начале было слово, да? Нет? Как начинается послание Иоанна? First John. John chapter 1, sorry. John chapter 1. First John. No, John chapter 1. Gospel of John. Okay. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. This is who was there. Это тот, кто был там. In Isaiah chapter 8, verse 23, it says. Если мы прочитаем в Исаии, 8 главе, 23 стихе. We don't have 23 word. Yeah, you probably start in Isaiah chapter 9, verse 1. But there will be no more gloom for those who are now in anguish. In the past, the land of Zebulun and the land of Naphtali were regarded lightly, but in the future they will honor the way to the lake beyond the Jordan, Galilee of the Goyim. У нас это 9 глава, 1 стих. Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. You have enlarged the nation and increased their joy. They rejoice in your presence, as if rejoicing at harvest time. И читаем дальше 2 и 3 стихи. «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобой, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи». We know very clearly that this is talking about the Messiah and the coming of the Messiah. We know. We know very clearly. Мы очень ясно можем увидеть, что здесь говорится о грядущем приходе Мессии. The light was meant to symbolize the presence of God. Свет, о котором здесь говорится, он символизирует присутствие Божье. That day in the temple. В тот день в храме. Yeshua said he was. Иешуа сказал, the presence of God. Что он является этим присутствием Божьим. Right there at that moment. Прямо тогда в храме, в тот момент. We also know that he has promised to be with us as we come together. И мы также знаем обетование, что Он будет посреди нас, когда мы собираемся вместе. Если мы будем единодушно вместе. And at the same time he declared there and then at that time he was the Messiah, the light that people had been waiting for. И в то время Иешуа находился посреди них в храме и сказал, провозгласил, что он их обещанный Мессия. And it was just a few days later when he had that meeting with the blind man. И всего несколько дней спустя он встретился с этим слепым нищим. Maybe some understood what had happened. And they weren't surprised at his miracle.
Может быть, кто-то уже осознал, кем он был, и они не удивились этому чуду. Yeshua has said earlier, he'd quoted from Isaiah, Isaiah 61, verses 1 and 2, the spirit of Adonai Elohim is upon me, because Adonai has anointed me to announce the good news to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim freedom to the captives, to let out into light those bound in the dark. Иешуа чуть раньше провозгласил о себе самом и процитировал то, что написано в Исаии 61 главе 1 и 2 стих. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытые темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих». I want you to notice something here. Я хочу, чтобы вы отметили кое-что здесь. This was a beggar, he was poor. Иешуа столкнулся с нищим, он был беден и слеп. And he got some very good news. И он услышал добрую новость. You're gonna see. Ты можешь видеть. He didn't maybe understand it in the beginning. Может, он вначале даже не понял этого. But that was it. Но в этом заключалось его послание. But there's something else I want you to notice here. Но также еще хочу, чтобы вы отметили здесь. What I think is often missed. То, что я считаю, очень часто упускается. In this text, when it talks about healing, в этом тексте, когда говорится о вопросе исцеления, what is the first thing it mentions? Что первое упоминается? В 61 главе Исаии, что первое исцеляется, когда что первое упоминается, когда говорится об исцелении? Исаия 61:1-2. Он послал меня исцелять сокрушенных сердцем. In fact, this whole text doesn't talk about physical healing. И вообще, если отметите, здесь текст вообще не говорит о физическом исцелении. It talks about the healing of the broken heart. Он говорит об исцелении сломленного, сокрушенного сердца. Because if your heart is whole, потому что если ваше сердце целое, в целостности, ваше тело будет целостным. It's so important. И это так важно. He quoted it a little differently in Luke chapter 4 verses 18 and 19, but it's basically the same. В Луке в 4 главе 18-19 стих цитируется немножко по-другому, но в принципе о том же. Вы можете поместить это место на экран, но мы его зачитывать не будем. The meaning of Yeshua's words and these was certainly not lost on the people. Значение слов Иешуа и его поступков было на потерянных людях. Some chose to believe. Но кто-то выбирал верить. You have a choice today. В то, что он говорил и делал. И у вас сегодня есть выбор. Are you going to choose to follow him? Вы выберете следовать за your ним whole heart? Всем своим сердцем. Are you going to commit to him? Вы будете посвящены Ему with everything that you have? Всем, что у вас есть. Are you going to forget the wilderness that is around you? Забудете ли вы пустыню, которая окружает вас? And come into His presence? И будете бежать в Его присутствие? Or, или are you going to be like some of those who chose to reject Him? Вы выберете быть теми, кто отверг Его. And said, what kind of Messiah can come from Galilee? И скажете, да какой Мессия мог бы прийти из Галилеи? They chose to ignore the prophetic significance and the prophecy of Isaiah. Часть из них решила отвергнуть и не принять значимость пророчеств, сказанных в Исаии. Which tells very clearly that the Messiah would come, the light of the world. Где говорится, что Мессия будет светом всему миру. There are different kinds of blindness. И сегодня существуют разные виды слепоты. There's a physical blindness. Есть физическая слепота. That longs for physical light. Она идет от нехватки физического света. Ну, то есть она существует, когда мы не видим физический okay, свет. There's another kind of blindness. Но есть другой вид слепоты. Where a person shuts his or her eyes. Когда человек закрывает свои глаза. To things that they do not want to believe. На те вещи, в которые он не хочет верить.
or that they find it difficult to believe. Или в которые он видит, что ему трудно будет верить. If we look at the accounts of Yeshua's life and death, if we look at the writings about Yeshua's life and death, если мы посмотрим на Писание, описывающее жизнь и смерть Иешуа, you'll see that he came to take care of both kinds of blindness. Мы видим, что он пришел исцелить обе слепоты. The religious leaders of Yeshua's day refused to believe in the Sukkot miracle. Религиозные лидеры во время Иешуа решили отвергнуть чудо, совершенное на Суккот. Let's just read John chapter 9, verses 24 to 33. If you just read those. Wow. John 9. И мы прочитаем отрывок с 9 главы Иоанна, Евангелия Иоанна, с 9 главу, с 24 по 33 стихи. This is the continuing story of this blind man. Это продолжение истории про этого слепого нищего. Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ: «Грешник ли он? Не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его: «Что сделал он с тобою? Как отверз твои очи?» Отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же не знаем, откуда он». Человек, прозревший, сказал им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтоб кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». You have a choice. У вас есть выбор. Pharisees and the Sadducees just didn't want to believe. Фарисеи и саддукеи не захотели поверить. They saw the man. Они видели человека. They knew that a miracle had been. Они знали, что это настоящее чудо произошло. This couldn't be denied. Его нельзя было проигнорировать. And they questioned him again and again. И они снова и снова задавали ему вопросы. They heard the story several times. И он рассказывал им историю несколько раз. And still, they shut their eyes. И они все еще закрыли свои глаза. What they lost, what they missed. То, что они потеряли, то, что они упустили. A blind beggar found. Это то, что слепой нищий приобрел. He understood. Он понял. That for him, что для него, the joy of the Feast of Tabernacles, радость праздника кущей, was a personal reality. Это была личная реальность. For he had been in the light of the he had been in the presence of the light of the world. Что он был в присутствии света всему миру. This morning, этим утром, we have an opportunity. У нас с вами есть возможность. I believe to come into the presence. Я верю, что у нас есть возможность входить в присутствие этого источника света всему миру. We can choose. И мы можем выбрать. Can I have a... Можно за клавиши? Someone? Anyone? Кто-нибудь? I want you to think very carefully. Я хочу, чтобы вы задумались очень внимательно. As I said, we have a choice to make. Что у нас есть выбор, который мы делаем. Are we gonna choose to believe? Выберем ли мы верить? Are we gonna come out of the darkness? Выйдем ли мы из темноты, которая вокруг нас? Whatever sort of darkness that might be. Неважно, какая это темнота. Are we going to let Yeshua shine His light into our lives? Позволим ли мы Иешуа просветить Его свет, просиять в нашей жизни? If we walk in the light, если мы ходим во свете, we are in the light. То мы и во свете. We are in His presence. Мы в Его присутствии. We will be touched by Him. Мы будем теми, к кому Он прикоснется.
Maybe there are some things you need to straighten out in your life. Может быть, в ваших жизнях есть что-то, что необходимо выровнять. And you need help. И вам нужна помощь. We can't do it on our own. Мы не можем это сами по себе сделать. I couldn't do it on my own. Я не могу сам по себе это сделать. What I did was I said, God, you sure? То, что я говорил, то, что я говорил, Господь, Иешуа, come into my life. Приди в мою жизнь. I give you the keys. Я даю тебе ключи of every room in my от каждой комнаты моего существования, моего разума. I said, bring your cleaning stuff. Я говорю, приведи свои машины уборщицкие and clean up me. И очисть меня. It's the only way. Это единственный способ. I couldn't clean up my own life. Я не могу сам по себе очистить мою жизнь. I needed his help. Нам необходима его помощь. You need his help too. Вам нужна его помощь. But maybe there have been disappointments. Может быть, у вас разочарования. Don't get disappointed in God. Не разочаровывайтесь в Господе. It's not his fault. Это не его вина. We so often are searching for something that is not His will for us. Мы так часто с вами ищем для своих жизней чего-то, что не является Его волей для нас. We need to tune our own heart with His heart. И нам надо настроить свое сердце на волну Его сердца. To understand what He wants. И осознать, понять, что Он для нас хочет. He's ready. Он готов. He's ready this morning. Он готов и сегодня. To touch your life. Прикоснуться к вашей жизни. Change your life. Изменить жизнь. Bring his light. Принести свой свет. Let it shine. Позвольте ему сиять. Let it shine. Позвольте ему сиять. If you want prayer this morning, if you want. Если вы хотите молитву, I want to do it maybe a little bit in stages. Я хочу по частям делать. I think there are some people who need a healing of the heart. Я знаю, что есть люди, которым необходимо исцеление сердца. And I'm not talking about your physical heart. И я сейчас не говорю об исцелении вашего физического сердца. I know that there are probably some heart patients here. Я понимаю, что здесь могут быть пациенты-сердечники. But I'm not talking about that. Но я не говорю сейчас об этом. I'm talking about a brokenness that's so deep in you. Я говорю о этой сломленности, которая глубоко в вас. That you just feel you cannot continue. Что вы чувствуете, что вы не можете продолжать дальше. Now, while I'm doing this, if this is you, и сейчас касается только вот этих людей, если у вас есть такая сильная сломленность сердца, что вам тяжело жить дальше, прошу, выйдите вперед. But please remember, I'm trying to be very specific. Но послушайте, я буду потом другие категории называть. Давайте. Ну, откликаться на то, что действительно у вас. Я знаю, что вы все хотите получить благословение. And God will bless you. И Бог благословит вас. But God has some specific things He wants to do first. Но Бог хочет особое делать сначала. And that's the healing of these hearts. Just становитесь в один ряд, пожалуйста. Нет, 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 no, no. Не лицом к залу. Вот, вот так. Так, становитесь okay. В одну линию. Можно группа порядка поможет расставить людей? It's important. Это очень важно. That we are. I've learned that God is very detailed sometimes. Знаете, что я осознал, что Бог, он Бог деталей. He doesn't just want to do things in a general sort of way. И он не хочет в общем делать какие-то дела. He wants to be very, very specific, very. Он хочет быть конкретным. И очень детально.